Привет всем! Мы сегодня открываем вот это. А где вы это взяли? Это нам подарили Дед Мороз. Подождите, вы аккуратненько открывайте эту коробочку. Ой, что? Можно? Да. Что это? Много-много. А что это называется? Как это называется? Это Plymouth House, да? Покажи коробочку, как это выглядит. Есть такой домик. Это домик, ему нужно делать. Девочка, это называется Plymouth House. Это домик. Подожди, Алисик, хорошо. Это открыть можно, конечно. Мы это будем открывать обязательно. А у тебя что? У тебя такое, наверное, фасад. Но это мы будем потихоньку делать, да? Посмотрим, как это делать. Это все трудно, это не так просто. Этот домик делать. Надо почитать инструкции, кто из них сначала. А что это такое? Это Porsche. Послушай, ну это папин подарок, Маш. Правда? Папа. Папа пускай откроет. А это что? Это паровозик. Паровозик. И ты хочешь открывать? Ты хочешь открывать, конечно, гумми-белли. Я заклеена. Ага, давай я тебе помогу. Это рельсы. Это у нас этот паровозик уже есть. Правда? А это только рельсы. Мы должны эти рельсы еще. Много рельсов, которые мы будем складывать. У нас будет большая дорога. Ты что открываешь? А это для того, это такой наборчик, чтобы... Дай я покажу. Это не надо сейчас открывать, это наборчик, чтобы делать вот такие вот красивые бабочки. И такие феи можно делать, и сердце все можно делать. И такие. А, яйца вы еще получили, правда? Kinder Barashas Eye. Сколько там штучек? 4 штучки. Это не надо открывать сейчас. И такой рюкзак у меня есть. Это рюкзак можно носить в школу, правда? Да. Он не такой твердый, как тот, который у тебя есть. Он немного полегче. И он с Эльзой и Анной. Этот рюкзак. Еще что у тебя есть, Машенька? Что это такое? Татуфельки. Татуфельки.